Доброе утро, друзья! Сегодня седьмой день марафона нашего, седьмой день тренировок. У меня просто восхитительное настроение. Лёд тронулся. Теперь у меня еще больше волнения, мотивации, стремления. И самое классное, что я вижу улучшение в своем теле даже спустя одну неделю. Идем дальше. Контрольная следующая точка 14 апреля. Я приняла решение выкладывать один влог в неделю, потому что у меня очень много времени уходит на съемки, на монтаж, на прочее. И я совершенно не успеваю по дому, я совершенно не успеваю заниматься какими-то другими делами. Все мое внимание сосредоточено именно на влог. Дома мне все-таки хочется как-то быть гармоничнее, устойчивее, и для этого я рисую. У меня сейчас начался как раз курс по ботанической живописи, поэтому я хочу и туда вкладывать свое внимание, свою энергию, свои силы. Тренировки будут выходить ежедневно, я буду их снимать, монтировать и выкладывать каждый день, а влоги буду выкладывать еженедельно. Сегодня у меня как раз-таки контрольный день. Мой вес сегодня утром 64 килограмма 800 грамм. Начинала я, у меня был 65-500, что-то такое. И пишите в комментарии, как вам результат. Мое доброе утро начинается с вкусного завтрака. Это омлет. Мне его муж приготовил, поэтому нету видео. И сыр. Это адыгейский. Муж у меня сварил фантастический борщ. Нам вообще очень нравится, у нас папа редко готовит, но очень-очень вкусно. На ужин у меня салат и моя любимая перловка. Я ее просто обожаю, редко готовлю, но всегда с удовольствием ем. Доброе утро, друзья. Сегодня 8 апреля. Без 15:07. А вчера я вечером не сделала тренировку, потому что укладывала ребятишек и уснула сама. Поэтому я решила проснуться пораньше, сделать тренировку на руки и кор.
три подхода, тренировку руки. Всем здоровья, хорошего вам дня. Всем пока-пока. Спасибо, что вы меня смотрите. Спасибо за ваши подписки, комментарии, лайки. Я каждому очень рада на своем канале.